Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И в сегодняшнем видео я хочу вместе с вами распаковать посылку с сайта Мона Лиза. Вы знаете, что я очень люблю домашний текстиль. У меня его достаточно много, но я люблю менять что-то всегда. Я думаю, кто меня давно смотрит, об этом знает. И также вы знаете, что у меня в этом году муж вот в этой нашей с ним комнате сделал балконную дверь, соответственно, балкон, и нам нужны были новые шторы. И на этом сайте как раз-таки очень большой выбор, как различных штор и тому подобное. В общем, можно выбрать на любой интерьер, на любой вкус, при этом хорошего качества, также постельное белье и различные постельные принадлежности, текстиль для дома. В общем, не смогла я устоять и, конечно же, сделала заказ. Мы, конечно же, будем делать ремонт в этой комнате. Ну, такой косметический ремонт, да, поменяем обои, потому что они тут у нас в связи с постройкой балкона немножечко поистрепались, да. Но все это у нас будет, наверное, осенью или зимой. Даже, наверное, зимой. Летом наши основные силы направлены именно на какие-то устройства в саду, скажем так. Вот. Но шторы нам очень нужны, потому что белые ночи, и невозможно просто спать без штор в комнате. Поэтому я заказала. Так что давайте вместе с вами сейчас распакуем и посмотрим, что же я заказала. И как всегда, все ссылки я оставлю вам внизу под видео в инфобоксе. Так что обязательно переходите, смотрите. Но сайт действительно очень классный, очень большой выбор. Так что давайте уже посмотрим. Итак, вот такая вот большая коробка мне пришла. Пришла достаточно быстро, дня за 4, наверное, Почты России. Я получала. Вот, я уже тут все распаковала, не удержалась, просмотрела некоторые вещицы. Давайте покажу вам. И первое, что я вам хочу показать, девочки, это вот такой потрясающий, просто мягчайший, девочки, мягчайший плед. Я вам уже говорила, что у меня в семье очень любят пледы, мы очень любим сидеть на террасе, укутавшись вечерком, в прохладный вечерок укутавшись пледом, поэтому у меня пледы, я их часто стираю и, соответственно, часто меняю, скажем так. Вот такой вот плед, его размер 140 на 2. По мне так просто потрясающая расцветка. Давайте я его разложу, тоже покажу вам. Вот видите его состав здесь. 50% хлопок, 30% полиэстер, 20% акрил. Смотрите, какой классный плед. Вообще, мне очень нравится вот эта расцветка. Мне кажется, просто потрясающая. Вот здесь идут такие вот, как эти... Господи, из головы вылетело, как называются вот эти штучки. Ну, в общем, вы поняли, да? Вот. И вот такой плед, знаете, действительно хочется его на себя набросить, укутаться и сидеть пить чаек на террасе, да? Ну, по крайней мере, у меня так. Вот, но он очень мягкий вообще, вот, то есть мягенький-мягенький прямо. Смотрите, как он сделан, еще такой, как елочка здесь. Очень красивый, качественный. Прям качество очень классное. Вот такой вот, смотрите. Смотрите, вот такой вот. Просто супер, супер. Расцветка просто потрясающая. Ну, там, конечно же, на сайте есть разные расцветки. Но вот я выбрала такую летнюю, нежную. Еще я заказала вот такие шторы. На самом деле, на сайте там очень большой выбор различных штор. И различные ширина, длина и так далее. В общем и целом, да. А, вообще, это портьера. Вот она у меня идет на ленте, вот таким вот образом, да. Ширина 150, длина 270. Но мне нужно подкорачивать. А почему? Потому что у меня нестандартный. Мне в любом случае, вот любой бы размер я взяла, и мне нужно укорачивать, потому что буквально немного там, наверное. Ну, сейчас я повешу, посмотрим, да. А, потому что у нас нестандартный, как бы нестандартный потолок, да, нестандартная высота. Вот, вот такая вот. Штора, на самом деле, она имеет, вот на камеру, может быть, не видно. Сейчас я распакую одну, у меня их две. Сейчас одну распакую, вам покажу поближе саму ткань. Одну распаковала, вот такая вот идет ткань. Я сейчас повешу, но мне нужно подгибать. Я сейчас повешу на одну сторону, вам покажу, как будет смотреться на окне. Но у меня здесь в комнате, это нам в спальню с мужем. Она такого цвета серо-зелено-коричневого. Вот, но цвет очень классный, на самом деле. Я подобное и хотела, чтобы у меня было. Значит, здесь
Вот прострочена лента вот таким образом сюда, да. И я просто уберу немножечко вот с этой длины. У меня есть машинка. Тут, в принципе, несложно, по прямой прострочил. И все. Вот. Цвет и ткань очень классно. Ткань такая... Такая, видите, немножко блестящая. Очень такая тоже приятная. Достаточно плотная. Шторина как раз то, что мне и нужно. Вот, вот две абсолютно одинаковые. Вот такие вот у меня. И своим мальчишкам я заказала два комплекта постельного белья. Я беру им двуспальный с наволочкой 50 на 70, потому что у них одеяло большое и сама кровать большая, чтобы заправить туда простынь. Вот так вот смотрится на картинке. Я сейчас хочу немножечко состернуть, да, вот это вот все. И застелю как раз мальчишкам постель и вам покажу. Единственное, что я, девочки, постельное белье не глажу, я предупреждаю вас заранее. Это идет вот такой пододеяльник. И вот такие вот идут наволочки. Достаточно плотная ткань. Вот такая вот идет. Это у меня ткань называется Run Force. Вот, я впервые заказываю такую. Обычно я что-то поплин беру, сатин беру, а здесь взяла вот такой вот. Эти размеры, да, 100% хлопок. Это идет простынь такая. Вот, ну, чтобы было наглядно, да, я еще раз скажу, я состерну это с кондиционерчиком. Сейчас у меня быстренько высохнет на улице, так как солнышко. И я уже застелю мальчишкам и покажу, как смотрится. То есть... Подушки, наволочки идут вот такие. Не такие, а вот такие. Вот они. Вот они, две штучки. Вот такие вот идут. Вот. Ну что, девочки, еле повесила штору. Конечно, для меня это очень высоко. У нас вот так под потолок. Видите, у нас тут это там муж переделывал. В общем, у нас же здесь как бы планируется ремонт. Мы будем и обои переклеивать, и потолок тут нужно мужу подделать. В общем, куча у нас тут планов на эту комнату, но это будет осенью. В общем, повесила я шторину. Ее, конечно, я ее сейчас опять буду снимать, потому что ее нужно отпарить, ее нужно подогнуть. Мне можно было бы заказать еще меньше длину, но что-то я побоялась, что будет не так, как я хочу. Я люблю шторы в пол, но никогда вот так вот лежат они. Вот такое мне не нравится. То есть я до пола сделаю. Ну, в общем, сейчас попутно отмерю. Правда, я там, короче, кривкость повесила. Там вот крючки пропустила. Что-то у меня сил не хватило. У меня обычно муж мне вешает шторы. А я вообще никогда не вешаю шторы, потому что меня бесит. Это самое ужасное для меня занятие. Вот. Ну, конечно, нужно показывать это все с... Как сказать? С тюлью, со всем остальным. Но я хочу вам сейчас показать, смотрите, какая плотная штора. То есть она не пропускает, получается, свет и хорошо затемняет. Видите, здесь у меня балконная дверь. Очень прикольно, качественно сделана шторина. Вот у меня как раз балконная дверь. Вот, и видите, как она хорошо затемняет, притемняет. Вот, но вы видите, да, что у нас планируется дальше ремонт. Но штора у меня уже есть. И потом я сюда обязательно еще что повешу? Тюль, да? Правильно это тюль назвать. Вот, так что, ну пока, в общем. Девочки, я тут вообще 20 раз чуть не шлепнулась, пока вешала эту шторину. В общем, будет вот так. На самом деле, почему-то камера мне передает, что это коричневый цвет. Но это не коричневый. Он такой очень классный цвет. Вот. Просто я вот влюбилась, когда увидела эту штору. Он такой зеленовато-коричневато-сероватый какой-то. Вот просто идеальный для меня цвет. Вот, в общем, вот так вот она выглядит. Но, девочки, показываю, как есть. Сложно показывать, конечно, когда все вот так. Но потихонечку все преображается. Так что круто. Вот, сейчас буду снимать опять. Вот, белье уже бросила в стирку. Сейчас оно... Повешу, высохнет, тоже вам покажу. Смотрится постельное белье. И какое оно будет после стирки. Вот. Так что штора, это круто. Вот. Ну да, надо подогнуть. Надо подогнуть. Потому что я в любом случае не могу оставлять вот так вот. Я знаю, что некоторые специально, чтобы вот так вот лежало на полу, шторы делают. Но я так не могу. У меня все, вся вот эта нижняя часть шторы будет в шерсти. Кота, собак и всех остальных. Поэтому... Поэтому так я не оставляю никогда.
Ну что, девочки, у меня уже все высохло. Я застелила постель. Сейчас пока только младшему, сейчас еще и старшему застелю. Мальчишкам моим очень понравилось это постельное белье. Понравилась расцветка такая светленькая, летненькая. Единственное, что здесь вот, да, есть такие вот розовые элементы, но, не знаю, они мне не обратили внимания на это. Им понравилось. И вот, в особенности понравилась расцветка подушек. Вот, так что им очень понравилось, это самое главное. Ну и мне нужно было обновить им постельное белье. Мне на самом деле нужен еще один комплект на смену. Вот, будет потом закажу. Вот, а так очень понравилось. И по качеству очень прикольно. Оно у меня, видите, я еще раз повторюсь, я не глажу постельное белье. Сейчас вот высохло быстро на веревке, да, вот, оно по качеству очень, во-первых, не село ничего, видите, даже у меня здесь подушки 50 на 70, даже немножечко такой запас, он не тонкое, то есть, знаете, бывает не как бязь, оно совсем такое тоненькое, это поплотнее, вот, и очень хороший такой вот мягкий, такой, ну, стал помягче, и вот, вот такое вот постельное белье будет теперь у моих мальчишек. Я очень довольна. Довольны тоже мальчишки, им понравилось. Но вообще, на самом деле, девочки, честно признаюсь, моим мальчишкам все равно. Это я какая-то, не знаю, больная на текстиль. Я очень люблю текстиль для дома. Я очень люблю подушечки, пледики. Вот это вот все. Не знаю, это все прям мое-мое. Вот. Мальчишкам моим, в принципе, все равно. Вот, но... Ну, я рада, что им понравилось. Вот, так что обновила им комплектики постельного белья. Так что вот такой вот у меня получился заказ. Потихонечку обустраиваем нашу комнату. Потом зимой, когда начнем ремонт, я вам обязательно покажу. Надеюсь, что это будет этой зимой. Вот, не затянем с этим вопросом. Обязательно все покажу. И как эти шторы будут смотреться. В общем, все-все-все буду вам постепенно показывать. Ну и не забывайте, что все ссылки я вам оставила внизу в инфобоксе. Обязательно переходите, смотрите. Качеством я очень довольна. И могу вам рекомендовать этот сайт с огромным удовольствием. Ну а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую и до новых встреч.